Поехали мы назад, короче, не понравилось нам Америка, никто тут пешком не ходит. Мобильники нам не подключают, вообще, мы все козлы. Your first time to America? What? It's your first time to America? No, first time. What is that? Люди пешком не ходят вообще, автобусов нету, телефонов нету, позвонить невозможно. А, Борь, смотри, сколько мы прошли, да? Борь. Да, это, в принципе, по кругу дошли. Чё? Вот, а ноги-то гудят. У тебя не гудят? Гудят, непривычно. Не, ну ты все равно как-то на ногах же, в принципе. Да, хотя я тоже, в принципе, на ногах. Я так-то, если бы не эта гребаная связь. Вы видите, люди, у них здесь нету людей, у них одни автоботы. Остановок даже нету. Остановок общественного транспорта нету. Переходов нету. О, вот один чувак, который пешком ходит. Американский аэродром военный. Каких лобстеров? Борь, как хочешь. О, девчонка поет песенки за рулем. А что, мы лобстера получили, Борь? Да. Шимся. Да я, Борь, я к ним вот настолько равнодушен. Лучшая рыба, колбаса, понимаешь, поэтому... А, ну вот я вот это, я люблю этот Red Snapper жареный просто. А эту... Я, может, одну-две штучки съем, да и все. Да, шринц, я лобстер так назвал уже. Креветки. Ну, сделай приятно там в субботу какую-нибудь или в воскресенье. Может, мы это барбекю сделаем? Ой, давай мы это самое сначала... Выйдем. Сначала разгребемся с нашей дырой в танке, понимаешь? Ну, да. Мне это столько крови выпило, если ты просто не представляешь, что творится... Это самое. Они же мне не дают спать, начиная с 23 числа. Вернее как, 23-го эта херня произошла, они субботу с день отгуляли, а в понедельник у них началось. Блин. И они каждую ночь, в 2 часа ночи, они начинают названивать, понимаешь? Сейчас мы опять какую-то петлю Альманзоров тут вы... Я никак не могу понять, зачем она вот это, куда-то мы едем не туда. Блин. Так, а вот здесь живут простые американские чуваки. Вот, вот в этих домах. Во-во-во-во-во-во. А вот там дальше, вот, это еще хорошо, они живут здесь. Вот. А вот начинается, о, вот тут еще чуваки живут. А вот вообще, тут уже бараки начались. О,
Вот, а тут вообще хорошие дома такие. Вот. Классно. А вот это вот, въезд на базу, видишь? US Army. А, US Army. Вот тоже там в сараях люди живут. Целая куча сараев. Во-во-во, вот они, вот они. Но с моторными лодками. Вот эти дома, вот я бы такой дом себе, конечно, хотел бы вот такой, чтобы у меня был. Вот сколько бы он у нас такой дом стоил, а, Боль? Вагон покупаешь, сам делаешь. Какой вагон? Ты не понял? Я не про вагон тебе говорю. Вот стоят, вот одноэтажные. Вот мы проезжали. Я знаю. Вот сколько такой дом у нас может стоить? 30 тысяч? Подниму. Да ну. Если самому строить. Ты прикалываешься или как? Матовый цвет. Что ты думаешь, сам покрасил, что ли? Что под вояковской какая-то форма. Вот, вот сарайчики нормальные. Вот еще сарайчики. Не, ну вот этот сарай явно, понимаешь? А почему у него как подушка при безопасности горит? А хрен его знает. Вот, вот такой дом, вот сколько он может стоить? Не знаю, я специально. Вот, из камня, не деревянный, конечно. Куда у нас? У нас морозы минус 35. Куда там из... Одноэтажная Америка. Какая ты? Лимонов 5, не меньше. 5 лимонов такой. Так там ничего нету, Боря. Там если есть, ну, 80 квадратов. Ну сколько там может быть еще? 80. Они все соблюдают. Мы когда в Швеции ехали, да, ну, на машине, у них столько машин перевозят лошадей, да, я офонарел. Я вовсе не медведь, а как приятно тушки и по небу лететь.
Не, у них-то можно здесь вот в этих сараях таких жить, потому что у них это самое, жара постоянно, да? Тут, наверное, не знаю. Мы по телеку показывали, блядь, с этими кредитами, да, заряжу у них вообще, блядь. Дома бросают, дома продаются, блядь, по дешевке вообще. Вот такие дома, пускай сами в них живут, это что, дома что ли? Засранка по телефону болтает на скорости 60 миль. Back to ship. Кошечку раздавили, сволочи. Bay Street, Garden City, Next Ride. Что-то, по-моему, она сплошную пересекла, Борь. Кто-то ездит, он прекрасно. Неужели машина выдает 140 миль в час, да? Что? 140. Да ну, навряд ли она выдает. Я думаю, после 130 у него колеса отвалятся. Savannah Reload 5 или S. 21 бакс. Что нам в этот раз быстрее нас довезла, что ли? Georgia Southern University. Мама мия. О, блин. А вот впереди наш красавец стоит.
что, Борь, ты платишь? Да, да, да. Вопак терминал. Так. 26:15. Тиффани, if my friend will be go, can I give your phone number to call you? No problem? No problem. Okay. But you must be give small discount for seafarer, okay? Okay, I got it. Yeah. Mama. Oh. Yeah. Tiffany, could you open? Yeah. Yeah. All right, baby. Bam. Bam, bam. Thank you. Не, ну вот я спросила на чай, а ты, видимо, махнул башкой. Я ничего не махнул. Она полезла за деньгами, за сдачей. И спрашивает тебя, чай? Ты, видимо, махнул башкой, поэтому она тебе не отдала сдачу. Ты дала, да? А, дала? Я спробовал. Варяг на суше не дешевка, да? Да. We are here. Come back. Thank you. Я испугался, думаю, что-то не хватает, блин. Снимаю все подряд. Нет, дома, а что? Нет, дома я его. Нет. Я наоборот по работе все снимаю. Нет. Да я не знаю, как так может здоровый мужик ничего не жрет. Или у него что-то болит? Он жрет потихоньку. Жарить там, три года там бургеры, там колбасы, там так. Картошку жарят себе, блядь. Ну это же нельзя так питаться-то. Конечно нельзя, я тебе не говорю. Надо срочно искать подружки у меня, блядь, в таком кармане. Зачем? А? Да я что-то тоже так не стыдно было, блин. Иду, у меня что, кровища такая хлещет. Скорее бы сентябрь, блядь. А что в сентябре? Скорее бы декабрь. А что в декабре? Ну, чтобы заработать до декабря. Я в декабре уже уйду. А я еще лучше бы еще и декабрь захватить. Я еще декабре, я уже декабре, ноябрь-декабрь надо уходить, потому что у меня 15 июля заканчивается паспорт. Да у меня вот 31 декабря заканчивается. Ну. Вы еще по паспорту моряка? А у меня паспорт туриста. А у меня тоже паспорт туриста заканчивается. Еще один контракт. Надо создать виза американскую на отель. Потом деньги надо вышибать. За 20 тысяч долларов нет, блядь. Сколько? 102. Ни хрена себе, тут ты где-то? Машина у меня. А.
То, что ты говорил. Не хотят платить, надо, блядь. Почему не хотят платить? А? Половину заплатили, половину нет. А разбивать хотели? Кого? А разбивать? А как вот нам теперь туда внутрь пролезть? Опять надо видеокамеру где-нибудь сработать. Как ему сообщить, что мы идем? Он, наверное, сообщил, наверное. А чем он сам говорит? Где? Вон. Зачистка. Вентилирует четвертый танк. О! Тихо, не знаю, вон, наверное.